Добрый вечер, уважаемые телезрители, всем поклонникам белорусского футбола. Мы находимся в городе Сморгонь на стадионе «Юность», где... Но, тем не менее, все-таки хотелось бы себя более обезопасить, чем есть Мухаммед. Под номером вторым раздается стартовый свисток в нашей встрече. Идем дальше. Емуса Камара, номер 87. Да, решили все-таки, что он один это сделает. Удар. Ой-ой-ой, как неуверенно ловит сейчас Иван Новичков. Но, тем не менее, все хорошо. Так, все вспомнилось ровно два года назад. Пока позже поговорим, Луцевич! И как хорошо сейчас спасает ситуацию Денис Садовский. Как же сейчас он рисковал. Была подача, лепит вот мяча. И какой сейчас опасный момент, перекладина! И что-то происходит! И 1-0 пропускает. Пропускает Сморгонь. Как же так? Как же сейчас безобразно? Посмотрим, что здесь произошло. Вот просто пропустили сейчас. Пропустили Сычева. И, в принципе, у него было со второй возможности он забил ворота. Причем ворота-то оказались пустыми. Пропустили просто. Девятого номера Слуцка. Ну что ж, Сморгонь надо что-то делать. Ситуации. Вот тут хороший был уже заброс. Сморгони, но они тут приготовили. Подача. И есть 1-1! 1-1! 1-1! Сравниваю сейчас футболисты Сморгони и счет нашей встречи. Джонатан Джон. Если пойдет, то будет очень и очень классно. Давайте с вами посмотрим еще раз на повтор этого момента. И просто вот оставили. Красиво смотрите. Джонатан Джонс сейчас остается один с мячом. Снова опускает его футболиста Слуцка. Удар головой! Да, да, да. 2-1. Выходит Сморгонь вперед. Четвертая минута. Наша встреча через шестая. И 2-1. Ничего не смог противопоставить Вадим Денис Садовский. И, конечно, Леонович. Как он здесь-то предпримет он. Снова Леонович. Тики-така, удар. Не сильный, конечно, здесь он получился. Не сильно получился. Немножко сбился у него прицел. Точнее, не то, что прицел сбился, не сильный удар получился. Поэтому сейчас нужно терпеть, Макс. А вот сейчас что можно сделать? Можно сейчас сделать. И есть! 3-1! Терентий Луцевич! Терентий Луцевич, счет делает 3-1! Сморгоний хороший задел на победу в сегодняшней встрече. Ну, пока у нас есть небольшая пауза, давайте немного поговорим о том, с кем в следующих встречах команды проведут. Потому что, на самом деле, для Сморгоний это очень-очень важная игра, потому что нужно сыграть гости в Барановичи. И вот видим, для сейчас Кирилл Леонович проходит один, можно бить. Есть, 4-1! 4-1! Кирилл Леонович, дубль в сегодняшней встрече. Дубль в сегодняшней встрече. И я думаю, что, в принципе, сегодня с победителем вопрос решен. 4-1. Болельщики, конечно, очень рады. И все-таки очень рады тому, что первая победа с Сморгонь. Падает, но это совсем не нарушение правил. Сморгонь с мячом, удар блокирует его. Еще один блокирует удар. Мы с вами посмотрим, какая здесь неразбериха творилась на поле. Блокирует удар Леонович. И потом, ну вот все-таки здесь дает судья из Бреста.